сейчас как раз идет представление. Хозяев Григорий Мотовилов. Третий номер выходит первым. Я очень рад вернуться в Лигу ВТБ. Спасибо Красноярску, что меня пригласил. Игра у нас выдалась достаточно хорошая. Были, конечно, взлеты и падения. Я только вчера прилетел в Красноярск, провел с командой там одну тактическую тренировку и пытался помочь тем, что есть, дать свою энергию, разогнать немного команду. В каких-то моментах это получилось, и это отличная победа для нас с точки зрения турнирного положения.